Как любое спортивное мероприятие, начинается с гимнов и равнения на государственные символы. Уже не первый раз площадкой для таких крупных мероприятий становится стадион села Куяново, отвечающий необходимым стандартам. На старте 5 команд из Илишевского, Шаранского, Чекмагушевского, Бакалинского и Краснокамского районов. Все они сегодня борются за право выступать за честь своего района на республиканском этапе. Каждая команда уверена в себе и надеется на победу, ведь спорт для них – это норма жизни. Я занимаюсь легкой атлетикой, спортивным туризмом, лаптой, волейболом. А самый любимый мой вид спорта – это лапта. Мы ездили по спортивному туризму на межрегиональные соревнования, заняли второе место. А по легкой атлетике прошли районные соревнования. Мы заняли первое место. У нас очень сильная команда, у нас очень хорошие результаты. И сегодня мы займем первое место. Я представляю Бакалинский район, Старые Моты, школу номер один. В моей команде очень сильные люди, я уверена, что мы займем первое место. Просто очень много первых мест занимали, у нас команда очень сильная, уверенная в себе. Легче всего мне показались метания и прыжки. А самый тяжелый уже 600 метров. И эстафета. Площадка очень красивая, комфортная, много чего можно здесь поделать. Ребятам необходимо показать всю свою ловкость, силу, скорость и выдержку в многоборье, которое включает в себя метание мяча, бег на короткие и длинные дистанции, эстафету и прыжки в длину. И надо сказать, что ребята стараются и выкладываются на все 100%, одну за другой преодолевая спортивные задания многоборья. А тренеры как могут поддерживают и подбадривают свои команды. Соревнования проходят под судейством профессионалов своего дела. А главным судьей выступает директор детско-юношеской спортивной школы Краснокамского района. Сегодня мы проводим село Куяново Краснокамского района зональные соревнования по легкой атлетике, многоборье, шиповка юных. Зачет спартакиады школьников Республики Башкортостан. Ежегодно проводим зональные соревнования по легкой атлетике в село Куяново. Условия позволяют, стадион позволяет, поэтому мы приглашаем свою зону этих закрепленных районов. Они каждый год участвуют. В этом году вот участвуют мальчики и девочки 8 года рождения и моложе. Этот возраст, она каждый год меняется. Стоит отметить, что спортсмены Краснокамского района ежегодно занимают призовые места в подобных соревнованиях и достойно представляют свой район на республиканских этапах, что само за себя говорит, какое большое внимание уделяется спортивной подготовке. У нас по легкой атлетике базы есть. Есть тренера, которые этим горят желанием. Они часто выезжают в соревнования, которые проходят у нас в республике, выезжает за пределы республики на всероссийские соревнования. Поэтому есть база для занятий легкой атлетикой и подготовки легкоатлетов. Чтобы выступить на зональных соревнованиях, все школы сперва проводят школьный этап, потом мы проводим муниципальный этап, который провели также здесь же в Куяново муниципальный этап. И на муниципальном этапе у нас вышли команды девушек из села Николо-Березовка и команда юношей село Куяново. В итоге сборная команда Краснокамского района в очередной раз подтвердила звание лидеров в легкой атлетике, заняв первое место. Теперь ребятам предстоит усиленная подготовка, ведь впереди поездка на республиканский этап спартакиады школьников, которая соберет сильнейших легкоатлетов со всей республики.